Почта России начала доставку уведомлений по земельному, транспортному и налогу на имущество физических лиц. В рамках кампании будет доставлено свыше 54 миллионов отправлений. Владельцы недвижимости, земельных участков, машин и других транспортных средств, получившие налоговые уведомления, обязаны уплатить налоги не позднее 1 декабря текущего года. Уведомления направляются заказными письмами, вручение которых производится получателю под роспись. Оно должно быть доставлено налогоплательщику не позднее, чем за 30 рабочих дней до наступления срока платежа. Однако, если владелец имущества не получил налогового уведомления в указанный срок, как и по другим возникшим вопросам, ему рекомендуется самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию.